Всех поздравляю с наступившим Новым годом. Это видео первое в этом году, поэтому хочу пожелать всем удачи, успехов, чтобы этот год прошел у вас замечательно. А первое видео, которое я снимаю в этом году, будет посвящено первой вышивке этого года. Это фирма РТО, которую я никогда не вышивала. Поэтому Новый год, новый старт, новое начинание. Начала я год вот с такой новиночки от РТО, подушечка, которую я приобрела в прошлом году, осенью. Я давно мечтала, но не могла найти в продаже. И тут нашла в интернет-магазине, хорошая цена, и я заказала. Вчера включила рождественский фильм и начала вышивать. Очень легко вышивается, схема приятно читается. Я боялась, как там РТО со схемами, но схема чудесная, мне все понравилось. И я люблю отшивать подушки. И здесь такая подушечка с лисичкой будет, лиса краса. Я вышила уже цветочек и ушко. Вот пока вчера смотрела рождественский фильм. Категорически не хочется вышивать что-то зимнее, вот именно тянет на какие-то яркие краски, такие осенние, сочные, августовские краски, не знаю почему, ну вот сейчас у меня не зимнее настроение, может погода за окном такая, требует ярких красок. Осенняя погода за окном диктует настроение, и хочется вышивать именно осенние сюжеты. Когда выбирала вышивку, какую начать, вот я разложила все свои наборы. И вот именно новогодние, такие зимние, спокойные, ну никак не хочется, именно хочется буйства красок. Такое все радужно, насыщенно, осеннее. Именно вот такую хочется сейчас вышивать. И вышивать все начатые процессы. Скоро буду уже некоторые финишировать. И все отчеты по финишам постараюсь выкладывать. Дело в том, что вот именно Новый год. И мне захотелось новый проект начать. Ну, я никак не могла сдержаться. Думаю, ну хочется вот прямо. И вот этот лисенок, вот это осенние оттеночки. Прям вот сейчас прям просятся. Я думаю, начну. Начну прям в январе это все вышивать. Вышила уже ушко, как я говорила, и цветочек. Упаковку наборчика я, конечно, не сняла, поскольку мне не терпело все это открыть, посмотреть, но я могу сказать, что там было. Там были ниточки на двух таких планшетках, потом была схемка черно-белая, несколько листов, далее иголочка была вложена, и была вложена такая пометочка на бумажке, где ошибка в отпечатанной схеме. Все, по-моему. Ну, сама канва и вот эта обложка, которая лежит сейчас на столе, у вас вот видно справа на экране. Вот это все, что было в наборе. Потом я в видео, конечно, постараюсь вам так показать и схемку, и как все это выглядело. Вот так выглядит обложка сама, здесь написано Foxy Beauty. Вот, лиса краса, фирма РТО, премьера моя. Вообще решила и Новый год начать, и РТО начать. Все у меня премьерно в этом январе. Ниточки идут без бленда, то есть нет смешений. Я люблю без бленда. Обожаю просто. Подушки панна нравятся без бленда. И РТО тоже без бленда. Просто замечательно. Далее. Зашивка не полностью идет. Поэтому тоже, мне кажется, очень быстро будет вышиваться. Нет бэкстича, чему я очень рада. Никаких французских узелков. В общем, все просто. Просто вышиваешь. Ну, такая я называю отдыхалочка. Подушка-отдыхалочка. У РТО в том году, когда вот вышла эта подушка с лисичкой, в том году у них вышло еще несколько подушечек с лисичками. Там и парные лисички, и там еще какие-то группа лисичек. В общем, много с лисичками вышло, и мне понравились вообще вот эта вся серия. Но я решила приобрести вот эту именно одиночную лисичку, которая смотрит так сбоку своими раскосыми глазами красивыми. В общем, очень понравилась эта лисичка и решила вышить ее. Тем более она быстро вышится. Минусов пока никаких в наборе не нашла. Ни при его распечатке, распаковке, ни
начале работы. Все чудесно, нитки нравятся, длина ниток тоже нравится, там есть и покороче, есть и подлиннее, в общем, все нравится. Отшив идет в две ниточки, главное все внимательно прочитать, там указания, как что вышивать, вот в две ниточки. Потом еще вот это вот дополнительно бумажка, где они пишут ошибку в схеме, вот это прочесть. Не перепутать планшетки, потому что там две планшетки, каждая начинается от одного, там 1, 2, 3, и вторая также 1, 2, 3. Не перепутать планшетки. То есть вы смотрите и всегда обращайте внимание, единичку там или третий номер, четвертый номер, четвертый номер, с какой планшетки вы берете, со второй или третьей, что там немножко отличается. Можете не тем цветом вышить. Ну и посматривайте просто на обложку набора. Цветочек каким цветом, там уж если по планшетке сопоставите. Вот. То есть не перепутать планшетку и вышивать две нити. Вот. Пасма там будет 6 нитей, точнее 6. И нужно только в две ниточки вышивать. Ну, толще, так это уже будет слишком грубовато, я считаю. А так нежнее, когда в две ниточки тоньше, работа аккуратнее, невесомее, что называется. Поэтому вот. Все, в этом не ошибиться, остальное все легко, все понятно, никаких нареканий, минусов там, вот что мне очень не понравилось, такого нет, все понравилось, схемка замечательная. Я откладывала некоторые наборы, плюс некоторые вышивки, которые вот чуть-чуть мне осталось закончить, новогодние, рождественские, я откладывала до января, вот думаю, придет Новый год, я отмечу Новый год, и потом в январе засяду за новогодние свои вот вышивки, наборы, и все это закончу, и все будет чудесно, все буду вышивать. Но не тут-то было. Свою корректировку внесла, возможно, погода за окном, а может быть, просто вот такое настроение осеннее, оно продолжается у меня, и мне категорически не хочется ничего зимнего, новогоднего вышивать. Я не знаю, с чем это связано. Очень нравится цветовая палитра, дизайн, все вот эти цветочки какие-то необычные, сказочные. Они нереалистичные. Может, этим нереализмом, а своей фантастичностью, как сама лисичка, как вот эти все цветочки, вот оно и нравится. То есть такое сказочное, все необычное. Поэтому нравится. Еще раз поздравляю всех с наступившим Новым годом, 2020-м. Пусть он пройдет у вас замечательно. Также замечательных вам вышивок. Легких крестиков, чтобы все у вас хорошо получалось, вышивалось, и сюжеты, и дизайны вас нравились, а также, чтобы вы их приобретали по каким-то скидкам не бывало. В общем, всего хорошего, всех поздравляю. С Новым годом, пока!